Всем привет, с вами Прия. Сегодня вскрываем недельные сундуки и, как говорится, не простые, а золотые. Суть-то в том, что именно конкретно сегодня, 28 числа, произошло повышение наград с Mythic Plus'ов. И те люди, которые закрылись с 21 по 27, ключик выше 10, они получат уже не 905 награду с недельного сундука, а выше. За 11 910, за 12 915, за 13 920, за 14 925 и за 15, соответственно, 930. Я пролутаю 3 сундука 930. Начнем же. Это самый бесполезный релик, какой только можно придумать. Но за счет своего эквипа он, в принципе, подойдет, на самом деле. Ну, да, максимальная ярость — это не самое лучшее, что можно придумать, но зато плюс 5 к эквипу пойдут мне на пользу. Ну, окей. Да, я никогда не думал, что я буду вставлять релики на максимальную ярость. Окей, вскрываем дальше. Тут у меня еще 3 тринки и 3 сундучка. Мало ли, может, что интересное упадет. Это не то, это все не то, и это тоже не то. Все с сокетами, там все улучшенное чуть-чуть, ага. Ну, что это варианта мне и не дало в итоге. Что за ключик? Указ шары, 12. Так, неплохо, хорошо. Ну и 3 этих сундучка. Без легендарки. Окей, окей. Так, кто у нас мировой босс нынче? Джим? Пришло время попытать там счастье и кинуть по приколу монетку. Окей, сейчас я волью силу артефакта в оружие. И пойдем дальше. Сейчас что-нибудь на паладина классное упадет. То, что мне вару бы не помешало, конечно. Ну, знаете, хотя бы, мне упал релик. Ну, это классно. Все-таки плюс элевел оружия. Я надеялся на худшее. Я надеялся, что мне упадет шмотка какая-нибудь с критом, или мне упадет, не знаю, там, запястье, которые у меня всегда в танке легендарные, в принципе. То есть я бы... Было печально этим еще больше. А так, ну, релик и релик. То есть, хорошо, ладно. Плюс к эквипу. Да кого я обманываю? Нихера это нехорошо. Хотелось-то релик на броню какой-нибудь. Бисовый. Окей. А, ну и, кстати, сейчас сущности мне хватает на войне, чтобы третью легендарку апнуть. Это будет поясок. Это что такое? Это еще релик? Вот это я сейчас по ходу реликов облутаюсь просто. Окей, но он лучше по-любому. Еще сокращение КД ревностного защитника — это основной сейв. За место, понимаете, за место 2 минут за счет прокачанного артефакта он у меня КД в минуту теперь. Неплохо. Вчера, пока мы проходили 15-й чертоги, меня этот талант... Ой, этот талант, говорю, эта способность спасла на хирье. Да, было классно. Не понял. А где мои 20 эссенций? А, я их получил в виде валюты. Ага. Надо будет квестик сделать все-таки на паладине. Хоть одну легендарку апнуть. Окей. Так, а что... Подожди, а что этот релик, интересно, на защиту дает мне? На воина. Я потом гляну, зайду. Это Скорожан, я помню. Клинок головореза. Ну что, над руля теперь? Просто, понимаете, 2 релика. 2 из 3 релика получать. Это интересно. Как же я люблю эти советы игровые. На самом деле, даже я иногда в них что-то новое узнаю. Есть вообще там пару смешных советов. И, ну, относительно интересных.
прогрузишься, что ли, сегодня нет? Ну, отлично. Ну, понимаете, оплот друида, в нем море структур всяких, поэтому он так грузится долго. Ага. Нет, хотя, кстати, все возможно. Окей. Поехали. Это ступни. Здорово. Ну, не знаю, мне говорили о том, что, мол, типа, снимай легендарку ступней и одевай вообще запястье. Подумаю над этим, как вариант. Ну, потому что до этого у меня не было никакого слота в ступне, а теперь появился. Ага. Че, достойный лут, как скажете? Я вот думаю, ну, честно, не особо. Навара обидно, что релик такой. И понимаете, еще что обидно? Огонь у меня был самого высшего эквипа в артефакте на танках. А все остальные там релики 905-910, по-моему. Или что-то я поменял. Ну-ка. А я так не гляну. А, гляну, гляну. Да, то есть 2 было 910, а сейчас я 15 поменял на 30. То есть самый высший релик убрал и сделал небольшое улучшение, можно сказать. Сейчас зайду на войну, хочу глянуть, что дает этот клинок, который мне на паладина упал. Типа, какую способность он бафает воину. Так, это куда мне надо заходить? Это путеводитель, это подземелье, возвращение в Каражан. Ну, такое на самом деле, я бы не отказался от этого. Это все-таки усиление сейва, ни шагу назад. Так что вполне неплохо бы зашел, если честно, этот релик. Ну, окей, ладно. Упало то, что упало. Всех вам благ. Счастья там, здоровья, как говорится. Лутайте только качественный лут. Ну, а то всякое бывает. Ну и на ближайшую неделю, скорее всего, мы будем фармить конкретно свои ключи. Заниматься... О, привет. Заниматься бустом чьих-либо ключей не особо собираемся, если честно, потому что вы проходите 15-й ключ, и с самого инста, подчеркиваю это, вы получаете... Какой там получается? А, 915 лут. А это все-таки... Это все-таки классно. Ну, надо что-то придумать с этим квестом маленько. Вот так вот его запущу. А, этот вот так вот. А на гробницу Саргераса запущу, наверное, ближе к выходным. Вот. Покрытая коркой чешуйка Наги. Интересно, на кого это квест? Алфэрк уже открыли первый квартал. Гарот, Харджатан, госпожа Санж-Ин. Но если что, в Алфэре можно сделать этот квест по факту. То есть вы берете этот квестик, при его взятии вам дают сундук той сложности, где вы совершили примерно 10-15 убийств, соответствующих в том режиме, в каком хотите полутать вещичку. В нашем случае это героик. Вот. Я просто боюсь такого момента, что я сейчас возьму квест чуть ли не одним из первых. А у меня же всего лишь 10 убийств боссов в Хейме, а этого может оказаться недостаточно. И получится так, что я получу нормал шмотку, а люди, которые отвезут этот квест, мягко говоря, в воскресенье, они получат уже ХМ шмотку, так что лучше здесь потянуть. Вот. Ладно, чё, до скорого. Берегите ноги.